столице Йемена Сане похищен гражданин Германии. Своим поступком неизвестный пытается оказать давление на местные власти и добивается освобождения из тюрьмы сыновей. За последние несколько лет в Йемене участились случаи похищения иностранцев. Как правило, за денежный выкуп их в скором времени освобождают. Между тем, в стране продолжаются столкновения представителей шиитского повстанческого движения Аль-Хусси и салафитов из самого крупного племени Хашид. Погибли по этой причине уже 80 человек. Шииты взяли под контроль стратегически важный для их противников населенный пункт в 180 километрах к северу от Саны и сожгли там дом их племенного вождя.